Итак, ребята, всем привет! Кто еще не в курсе, как без пополнения Steam кошелька покупать игровые предметы в PUBG, будь это Battle Pass, либо пополнение G-коинов, с минимальной комиссией, специально для вас партнеры PUBG в РФ создали сайт, через который можно с минимальной комиссией пополнить свой аккаунт G-коинами, либо купить Battle Pass, не пополняя кошелек Steam. Итак, как это сделать, я вам сейчас наглядно покажу. Все, что вам нужно, это перейти по моей ссылке, которая у меня есть под моим стримом, либо же под каждым видео. Также есть в телеграм-канале в моем. Вы можете перейти по моей ссылке, и вот здесь вот вас перебрасывает на такое окно. Здесь у вас будет написано, что часть внесенных средств пойдет инфлюенсеру, то есть это мне. Листаете ниже, и вот тут вот у вас будет окно Battle Pass. Сейчас пока что такой. Завтра, 7 числа, выйдет уже другой Battle Pass. Его также можно будет здесь купить. Страница эта обновится. Также здесь можно пополнить G-коины. Также они пойдут у вас с бонусами. Давайте на примере я возьму пак G-коинов за $10. И покажу, как это все быстро работает. То есть вы нажимаете «Купить», выбираете email адрес, далее перейти к оплате. Скорее всего, у вас тут будет по-русски все написано. Далее выбираете удобный вам способ, чтобы вы понимали, $10 это 910 рублей. На данный момент комиссия составляет 47 рублей. Раньше я пополнял свой кошелек через Steam Money. Давайте посмотрим, сколько будет там комиссия. То есть вот 910 рублей. И здесь уже к оплате будет 1110 рублей. Разница, как вы видите, 950 либо 1110. Разница очевидная, что лучше здесь пополнять. Ну и удобным для вас способом. Я выбираю СБП, быстрый платеж. Давайте я отсканирую QR-код и оплачу. Так, оплата произведена и код отправлен на мой email адрес, который вы указали. Так что внимательно смотрите. Указывайте правильно, чтобы не ошибиться. Заходим на email и видим письмо от XSOLO. И вот он, наш кодик. Мы его копируем. Заходим в игру. Мы зашли в игру. Далее мы переходим в магазин. Дальше переходим в предметы. И вот здесь вот внизу мы нажимаем активировать пин-код. И вот здесь вот вводим наш код. Далее нажимаем активировать. И вуаля, мы получаем наши 1000 G-коинов. Как вы видите, все легально, все быстро очень происходит. Без посредников, без пополнения Steam кошелька. Это очень удобно. Поэтому пользуйтесь, ссылочка будет в описании. Также будет ссылочка на мой телеграм-канал, где постоянно я выкладываю новые обновления, новые скины, какие будут выходить и так далее и тому подобное. И также там будет уведомление всегда о начале трансляции. Поэтому буду благодарен вам, если вы подпишетесь также на мой телеграм-канал. Ну и на этом все, всем огромное спасибо. Не забывайте также лайкосик жмакать. И всем приятных покупок, всем пока.